В начале данного видеоролика хочу вам всем, ребята, порекомендовать канал под названием Dex Games. Парень очень старается, снимает интересные видеоролики по игре Black Strike, у него разные дуэли, разные баги, разные приколюхи. Также на его канале, помимо видео по Black Strike, вы найдете такие видеоролики, как снимать видео на Android без лагов и так далее. Ребята, переходите и подписывайтесь, ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня по вашим многочисленным просьбам, ребята, будет очередная серия клановых войн. Ну что ж, играем мы против клана под названием Тащеры. Ребята, пожелайте нам удачи в этой неровной и тяжелой битве. Играем. Да, ребят, мы играем, пишу. Да. Все, у нас начало нашего КВ. Ой, ребят, счет вообще, все пипец как плохо. Мой тиммейт просто взял и ливнул. Я в шоке. Пипец, чувак, ну ты самый глупый тиммейт из всех моих тиммейтов. И знаете, ребят, в чем прикол? Кто этот тиммейт? Он мне в личку написал 150 сообщений, и он пишет: Кентуха, я тебе обещаю, что я выиграю. Ну вот ты пообещал, давай выигрывай, а то сливаешься только и вообще ливаешь. Ребят, что-то я вообще плохо играю. Я не знаю, с чем это связано, но что-то я плохо играю. Но как-то мы, ребята, сделали минус 2. И счет 2-2. Играем ровно до 10 раундов. Так, какой уровень у моего тиммейта? 32-й. Но я надеюсь на то, что он играет хорошо. Потому что он мне все-таки пообещал, говорит, мол, я играю классно, и т.д. и т.п. Ну и сейчас мы все это проверим. Так, ох, как все плохо, мы, ребят, проигрываем. Ой-ой-ой, мне страшно. Да вы что? Да, тише. Ой-ой-ой, вижу его. Ух ты мой сладенький. Блин. Вот это я нуб, конечно. Еле по нему попал. Ну, блин, ну, ребят, ну за что? Ну, я по нему сколько раз выстрелил. За счет того, что у меня было мало хп, он просто взял и меня убил. И, ребята, счет 2-3, к сожалению, не в нашу пользу. Так, все, ребят, давайте собираемся. Все, собрались. Ой-ой, кто-то по мне попал. Как больно, ничего себе. Попал, попал, у него явно мало хп, и он меня, к сожалению, убивает. Ну что ж, давайте посмотрим на Сервига. Этот парень пообещал, что он всех нагнет. Ну блин, ну за что мне такие тиммейты? Ну почему? Вот почему, ребята, и вы мне пишете, Кента ПК, я нагну всех, Кента ПК там клянусь, что я буду играть лучше всех. А потом на деле просто сливаетесь. Ну за что мне такие тиммейты? А теперь вообще меня убили со снайперки. Вообще, ребята, зашибись. Ну, вся надежда на моего тиммейта. О, он кого-то убил. Да вы что, серьезно? Он может кого-то убивать? Он сделал минус 2? Вы серьезно? Да ну. Ну, красавчик, красавчик, красавчик. Я поменял тебе мнение. Если будешь хорошо играть, то я тебя даже похвалю в конце. Ой, попал, попал. Ребят, явно попал, у него очень мало хп. И, скорее всего, нас сейчас будут обходить с этой стороны. Ах, кента убили, ну. Вот это мне счет. 3-5, я полный нуб. Да, ребят, я, конечно, сам обвиняю моего тиммейта, что он так плохо играет. А сам, короче, играет пипец как плохо. Хорош, просто красавчик был, если бы тебя не убили. Счет 5-3 и обратно, ребята, не в нашу пользу. Так, ладно, беру дигл. Все, дигл, давай, спасай меня. Давай, дигл, братан, верю в тебя. А, вижу, вижу. Попал, попал! Ну-ну-ну-ну-ну, кентух, добей, добей, ну! Да, ребят, я его убил! Не может быть, кентуха это сделал! Так, ох, ребят, мне немножко не по себе. Немножко страшновато вижу его, вижу, вижу, вижу. Он где-то там... Хо-хо, вот это я раздал, да? Нормально так. И мы, ребята, понемногу их догоняем. И, возможно, даже опередим и победим. Ну, я так надеюсь, а там уже как выйдет. Кент топ. Ну, стараюсь, стараюсь. Кент, ты снимаешь? Да, снимаю. Ну, конечно, снимаю. Я им написал, играю на запись, они спрашивают, снимаешь? Ну, конечно, снимаю, пацаны, вы чё? А повижу, вижу, 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 вижу. Давай, пока. Ой, второй, второй, второй. Вы куда так быстро-то? Не-не-не, пацаны, патронов нет. Ох, ребят, мне очень не по себе, мне немножко страшновато, даже не немножко сильно, и мы, ребята, делаем это, и Кент АПК нагибает команду противника. Фух, ребята, вот это напряженная битва, давненько так не потел. Вот это, ребята, далеко не изи-каточка. Ну, ну, давай, дигл, спаси меня, дигл, ну я ж ты так любил. Вот, блин, все, не люблю дигл, дигл теперь мое нелюбимое оружие. Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, нас убили. Ну, меня убили, и моего тиммейта тоже вскоре убьют. Наверное.
Ну да, я был прав, учитывая то, как он играет, перезаряжается, да, в него стреляет, он перезаряжается, никуда там не прячется, да, классно играет, вообще классный тиммейт. Мне сильно повезло с моим тиммейтом. Блин, так повезло, что меня только что убили. Хорош, ну давай, минус 2 сделай, ну, тебя сейчас скрамбита убьют. Пипец, ты такой нуб. Кого я вообще взял все в... О, не, ладно, беру свои слова обратно. Ты, в принципе, нуб, но иногда играешь хорошо. Но это иногда очень-очень редко случается. Ладно, все. Но я проорал с этой ситуацией. Ничего себе, вот это был неждан. Да вы что? Это, ребята, был явный неждан. Парень просто взял и нас обошел сбоку. Я не ожидал. Ну, хорош, что сказать. Ага, вот он меня с диглом ждет. Ну почему мой дигл его не убивает, а его дигл меня убивает? Так, давай, сервига, братишка. Ну что ж, надеюсь, что ты отомстишь за меня и покажешь им, где раки зимуют. И все-таки исполнишь свое обещание, потому что ты пообещал победить, поэтому давай побеждай. Так, а где второй чувак? Ну блин, ну что так плохо играешь-то? Хрена, даже я по такой ситуации его убил бы. Красава, пишет плеер 15801. Кентух, ты снимаешь? Да, снимаю я. Ну, конечно, снимаю, пацаны, вы чё? Ну чё, вы идёте ко мне или нет? Ну? Ох ты, да вы что? Так, ребят, мне страшно! Ай, Галил! Чё-то Галил, плохое оружие. Эх, ребята, мы обратно проигрываем. Нет, только не это. 6-9. Ну все, ребят, скорее всего, мы проиграем, к сожалению. Но я скажу так, что, в принципе, виноват и я, и мой тиммейт. То есть и я криворукий, и мой тиммейт тоже криворукий. Блин, ну, если бы я был бы криворуким, я бы, по крайней мере, не обещал бы ютуберу, что я играю очень хорошо. Команда синих победила. К сожалению, бойскауты... проиграли, да, к сожалению. Иногда случаются такие неприятные моменты. Клан Тащеры нас нагнул. Тащеры, но я скажу так, что вы на самом деле тащеры, потому что вы нас убили. Вот этот Сервига, я не знаю, ну ты просто сверхчеловек, сверхразум, играешь очень хорошо. Не знаю, парень мне так сильно флудил, что он играет так хорошо, а в итоге просто взял и играл, ну не знаю, ну... Мне так показалось хуже, чем я. Конечно, возможно, я ошибаюсь, но мне так показалось. Ладно, ребята. Большое вам всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк. Если хотите больше клановых войн, ребята, ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой комментарий. С вами был ваш Кен. Всем удачи и всем пока.